Вячеслав, ну, в первую очередь, расскажите, каково это практически с корабля на бал выйти в стартовом составе Лиги Чемпионов? Не, ну, конечно, это великолепное чувство, да, выйти сразу практически, да, через неделю в Лиге Чемпионов. Великолепное чувство, но, естественно, хотелось бы выиграть, вот, но считаю то, что ничья – закономерный результат, вот, и будем готовиться к следующей игре, да. И, естественно, надо постараться выиграть. Ну, вопрос, наверное, немножко банальный. Тем не менее, в применении к вам он необычен. Когда вы узнали о том, что попадете в стартовый состав, и какие при этом чувства испытали? Да нет, ну, естественно, обрадовался, да, и узнал, естественно, в день игры, вот, и... То есть нормальное чувство, потому что мы все готовились к игре, да, и из-за этого все как бы нормально, да, и... Опять же, повторюсь, хотелось бы выиграть. Ну, что касается самой игры, что помогло забить первый гол и что помешало выиграть? Да нет, ну, наверное, естественно, свои моменты могли забить, да. Вот, не забили, из-за этого сыграли в ничью. Вот, а, естественно, забили после хорошей качественной атаки, да, и здорово сыграли Дзюба с Азмуном. Вот, и забили великолепный гол. Как вы себя чувствовали при схеме с тремя центральными? Ну, хорошо себя чувствовал, да. Естественно, я всегда, можно сказать, всегда, да, играл в 4 защитника, но это, в принципе, схема близка, поэтому никаких проблем. Результат 1-1 для первого выездного матча в Лиге Чемпионов. Как его оцените? Ну, скажу, неплохо, потому что хотелось бы выиграть. Выиграть могли и при счете 1-1? Согласитесь с этим? Ну, конечно, соглашусь. Вот. И могли, думаю, в первом тайме, да, забивать, если грамотно распорядились бы мячом, да, могли забивать в первом тайме. А насколько вам, может быть, еще не хватило сыгранности с партнерами в этом матче? Да, я бы не сказал, да, что сыгранности не хватило. Естественно, да, потихоньку привыкаю, но уже, в принципе, адаптирован и никаких проблем. Пенальти в ворота «Зенита», можно ли было избежать его? Ну, конечно, можно было избежать, но получилось так, как получилось, да, и тут нечего добавить. Ну, и еще раз, если можно, да, то вот Лига Чемпионов, оправдала ли она ваши ожидания? Ну, естественно, оправдала, да, потому что великолепная атмосфера, стадион, болельщики, то есть это прекрасно, прекрасно.